Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Маша. Наши щенки растут, а я сегодня поделюсь с вами итогами пятой недели. У мамы Оливии заканчивается молоко, и это чувствуется по поведению щенков. Малышки стали просить еду. Мы решили сделать первую прикормку. Некоторые заводчики прикармливают натуралкой, например, творогом. А мы, как и в прошлом году, размачиваем сухой корм, который щенки продолжают есть еще несколько месяцев. Пока кормим раз в день, а там сориентируемся по обстоятельствам. Старшая ест с аппетитом, в прямом смысле, с головой окунувшись в этот процесс. Она готова даже помочь младшей сестре. Бетти ест без особого желания. Она пока лижет и не хочет жевать. Мне приходится тщательно разминать корм до образования жидкой массы. На днях помыла Оливию. Мамаша продолжает активно линять. Вычесанной шерсти опять очень много. Зато у малышек шерсть растет хорошо, с каждым днем ее становится больше. И поэтому я начинаю приучать щенков к их самой нелюбимой процедуре. А что делать? В кадре они должны быть красотками. У наших девчонок разные характеры. Старшая Белла очень любит наши руки, она отзывается на щелчок и стремится к зовущему. Белла готова долгое время проводить с нами и не спешит удалиться по своим делам. Ей нравится играть с мужем, лежа на спине. Еще Белла больше бодрствует. Пока ее младшая сестренка спит, она резвится, но недолго. Младшая Бетти не сторонится нас, но выбирает игрушки и выкрутасы с мамой Оливией. Играет она активно и устает быстрее старшей сестренки. Мы начинаем приучать наших щенков к пеленке. В этом возрасте малявки еще ничего не понимают, но учить их надо. После сна щенок почти сразу бежит в туалет, но хозяину нужно вовремя посадить малыша на пеленку, не дав ему покинуть периметр туалета. От хозяев потребуется терпение на месяц, а может и на полгода. Не нужно отчаиваться, если не получится приучить щенка к пеленке в короткий срок. Продолжаем взвешивать щенков. Все данные о весе в таблице на нашем сайте. Начиная с седьмой недели, мы перейдем на взвешивание раз в день по вечерам. Ссылка на наш сайт будет внизу под видео. Малышки с удовольствием играют с мамой Оливией. Вода у щенков в свободном доступе. Такой была пятая неделя. Это все новости на сегодня. Надеюсь, видео вам понравилось. Если это так, то ставьте пальчики вверх, нам будет очень приятно. Делитесь этим видео у себя в соцсетях, это лучшая поддержка нашему каналу. Также подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выход нового видео. Впереди еще много интересного. А на сегодня у меня все. Всем спасибо, всем пока!